Да, ребят, в эфире. Да, мне уже пишут ребята, да, что 100 человек на депривацию набрали, ура. Все, ребят, сейчас, чтобы всех оповестить, берем несколько дней, там сколько нужно будет, но дня 4, неделю, и все, и запускаем. То есть сейчас точное число скажем, когда запускаем. Вот, но это будет максимум недели, я думаю, чтобы всех ребят оповестить, чтобы не было такого, ой, я так долго ждала, а началось все без меня. Вот, чтобы этих моментов не было, то сейчас, да, будем оповещать. Там у нас, правда, из 100 человек 4 администратора, но уже ладно. Уже, может быть, кто-то там еще доприсоединяется. Присоединяться можно, ребят, в любой момент. То есть это не говорит о том, что... мы когда запускаем, все, там уже присоединиться нельзя. Это можно будет как купить в записи потом, потому что у нас все будет это в записи, так и на любом этапе. Потому что даже если вы присоединитесь там на третий день, первый-второй день у вас тоже будет он в записи. Так что не переживайте, присоединиться можно в любой момент. И я начала, конечно же, болтать, и не знаю, слышно меня или нет. Кто-нибудь, пожалуйста, напишите. Как меня слышно? Ну, сердечки пошли, значит, точно уже слышно. Все, здорово. Спасибо за сердечки. Так, и начнем сразу же с вопросов, да? Здравствуйте, меня волнует вопрос. Как постепенно можно выйти в автономию? Нужны ли каскадные заходы или можно с первого раза? Виктор, да никак нельзя выйти в автономию, если ты не понимаешь, для чего это тебе. Ты перейдешь на голодание. И я уже об этом говорила много раз. Ребят, не циклитесь на автономии. Столько этой информации вот просто бредовой. Вот я слушаю некоторых, и это сейчас просто стали монетизировать. Вот монетизировать стали. Это не про... Это не говорится о каких-то способностях человека, да? Это говорится именно о том, что ты становишься уникальным, ты становишься не такой, как все. И тут начинает раздувать твое эго. О, я не такой, как все, я вот это могу, я вот это могу. А тебе это нужно-то, чтобы что? Почему вы не уходите туда, для чего это нужно тебе? Тебе не есть-то, чтобы что? Но это отваливается в процессе самого себя. И я уже не один раз вам говорила, что я вот эти две книги пишу. Первая – это «За гранью пищевой цепи». Это когда я объясняю, когда вы выходите на облегченное питание, какие-то делаете чистки, легкие чистки обязательно. Кому это может понадобиться? Кому это, для какого организма это будет плюсом, для какого минуса? Как определить, что для вас будет играть положительную роль, что отрицательную? Как это прочувствовать на своем организме? Для чего нужно облегченное питание? Не для того, чтобы у вас вскрылись какие-то способности, а для того, чтобы найти себя, когда тело не оттягивает болячкой, когда тело не оттягивает какими-то своими процессами, не очень комфортными, не очень приятными. И тогда у вас есть время на самого себя, тогда у вас есть время познать себя. И когда вы познаете себя, процессы, которые не нужны вашему физическому телу, на определенном этапе, например, не нужны вашему процессу, вашему телу, например, процессы, как еда кому-то, кому-то как питье, кому-то как еда и питье, и сон. Они у вас отваливаются, чтобы дальше соединяться, единяться в этой плотности со своим физическим. Через физическое тело вы познаете другие процессы. И я именно через... Сейчас почему я очень много стала выкладывать роликов, почему я в сторисе в Телеграме, вот эти вот кружочки, да, где личный Телеграм, потому что где группы, там я не знаю, как выкладывать сторис, там какой-то очень длительный процесс, но я бы с удовольствием бы это делала, но я пока не понимаю, как это делается. Вот. Но я в любом случае вам показываю вот эти вот коротенькие ролики, как какой-то процент, как проходит мой день, чтобы вы понимали, что эти состояния, когда ты приходишь к себе,
не когда ты уходишь от еды, а когда ты приходишь к себе, то у тебя открывается весь мир, и ты начинаешь, ты можешь и этим заниматься, что тебе приятно для души, и этим заниматься, и этим, и этим. И тебя не разрывает, ты идешь в наслаждение, у тебя дофига физики, ты физику эту можешь делать там самого рано, например, рано утром, потом поделал какие-то дела, потом ночью или поздно вечером. И все это я стараюсь вам выкладывать, чтобы вы понимали, что когда вы идете к себе, у вашего тела нет ограничений, у вашего тела нет усталости. Но это не зависит от того, от автоном вы или не автоном. Это зависит от того, когда вы пришли к себе. У вас раскрывается каждый момент, у вас раскрывается тотальная любовь ко всему. У вас убирается ограничение по мозговой деятельности какие-то, что вы вот это хорошо, это плохо, это приемлемо, это неприемлемо. У вас это тоже все отваливается, когда вы есть «я». И когда кто-то говорит, там, вот я перестал есть, и у меня там, ву, открылось вот это, да говно все это. Если в тебе это нет, в тебя просто обострится то, что есть в тебе. Почему очень многие не могут себе позволить выходить вновь и вновь на сухие дни, когда они вспоминают, как им было там хорошо, но все равно не могут выйти в эти сухие дни. Задумывались, почему? Именно потому, что вы не готовы быть в себе, вы не готовы встретиться с этим масштабным, глобальным, всеобъемлющим человеком, которого вы запрятали туда. Только лишь из-за этого. Именно поэтому на ретритах, на встречах я рассказываю, как жить с этим глобальным, охеренным человеком, который есть внутри вас. И когда вы научаетесь это делать, тогда все, что вас ограничивает быть вот этим вот, вот этим миром, вот этой вселенной, у вас это просто отваливается за ненадобностью. И да, я сейчас иду дальше, я сейчас делаю какие-то те моменты, про которые я пока не рассказываю, потому что они, ну они пипец какие. Некоторые могут подумать, что обычному человеку это как бы не дано, а я-то такой же обычный человек. Просто я знаю, что мое тело – это мой инструмент, это не мой ограничитель, а вы хотите выйти в автономию, чтобы ограничить тело от еды. Это не про это, ребят. Прочувствуйте, пропустите вот эти вот слова через себя. Я вам говорю какие-то слова, не чтобы вы меня услышали. Я вам говорю определенные слова, чтобы через мои слова вы услышали себя. На личное, приезжайте на личное общение. У нас 10-10 будет в Сочи, мы поедем на дольмены. Все вопросы можете писать, я дам координаты. Вот. То ли 20-го, то ли 21-го числа, я пока не знаю, администратор там решает вопрос, то есть мы, у нас сложилось так обстоятельство, что мы слетаем в Москву буквально на 2 дня, будем вот на прано-слёте, на вот этом, как он, мировой, не знаю, как, какой-то. В общем, в Москве, который пронослёт будет вот в эти в октябре проходить, я там тоже буду, я там тоже дам лекцию, и там еще будет в Москве, еще мы дадим лекцию отдельно от пронослёта тех ребят, которые захотят лично пообщаться. Ну и, конечно же, потом ретриты. Поэтому, ребят, присоединяйтесь, это другое состояние вас. Это не для того, чтобы вот встретиться, а потом мне некоторые пишут, ребята, а что у меня будет, а что изменится, если я пойду на такой-то на такой-то фестиваль приеду, если я пройду такой-то марафон, если я буду участвовать в ретрите, если я с вами пойду в горы, на дольмены, там еще куда-то, что во мне изменится? Ребят, если вы хотите гарантий каких-то, если вы хотите получить от другого,
что-то, а не вскрыть себя, зачем вы идете со мной? Я не тот, который вам дает, я тот, который вас открывает, вас. Вы себе даете, понимаете? Вы себе даете. Вы просто через меня слышите себя. Я все говорю очень простым языком. У меня не зря девчонки, ребята, они смеются вот этим вот моментом, когда они говорят, ты что будет? Я говорю, по болтушке. Ну, я не знаю, как назвать. И потом они говорят, да, это, говорит, это эти по болтушке, это космос. Но эти по болтушке-то это я говорю вами. Я говорю всегда вами. Поэтому вы это видите, вы это чувствуете, вас это вскрывается. Не потому что вам нужно интерпретировать какие-то умные вещи, которые кто-то сказал, их нужно соотнести, действительно ли они встраиваются в ваш мир, как это будет отражаться на дальнейшее. Вам этого ничего не нужно делать, потому что, когда я говорю, вы чувствуете, что вы проговариваете это самому себе, открываетесь по-честному. То, что не могли сделать своими вибрациями слова. Вот и все. Поэтому не зацикливайтесь. Это про другое, это не про еду. Еда — это мелко, это низко, это вообще не это. Она вас никуда не приведет, не уведет. Что она есть, что ее нет, это все равно огромное место в вашей жизни. Что вы будете с ней сопротивляться, что нет. Это не про это. И если уж вы говорите про еду, либо не еду, то делайте акцент не на автономии, а на том, как я буду сейчас изучать свое тело. А что мое тело мне скажет? Вы посмотрите на многих сыроедов, на многих автономов, на многих малоедов. Ну, я не знаю, может быть, это кому-то красиво, но мне вот кажется обнять и плакать. Там просто пакетик костей, ложечка крови, как правило. А что вы делаете своим телом? Ваше тело истощено. Куда вы в нем придете, вот в этом теле? Ведь тело дано для познания самого себя через движение. Оно не приспособлено к каким-то другим, к лежанию, там еще. Вы посмотрите, если у кого-то болели близкие, родственники, лежачие были, посмотрите, у лежачего человека, у которого пульс на определенной стадии, вот, когда он постоянно лежит вот из-за болезни, у него пролежни в течение 3 дней образовываются, которые убрать очень сложно. 3 дня. Представляете, насколько тело, пока оно молодое, пока оно здоровое, сопротивляется с теми процессами, которые идут склейки вот этих вот всех спаек внутренних. Насколько оно еще там сопротивляется вот этому всему. Сколько у него уходит на этой энергии, потому что вы его не запускаете через себя. Ведь это очень мало людей, которые на каких-то нестандартном типе питания, чтобы у них были красивые тела, накачанные тела. Накачанные не в смысле какими-то там раскачанные, хотя я видела ребят, которые прям, ну, с очень красивым телом, с очень красивым телом, с очень красивыми мышцами, на минимальном питании. И они через свое тело познают намного другие, больше вибраций. На больном, хилом теле вы же не вытянете определенные вибрации. Вы останетесь вот в этой вот мнимой благости. Вот я есть все, вот я люблю, вот я вот весь вот такой вот, но зато я не ем. Так вы дальше-то вот этой благости, которую любят все слушать, вы бы дальше нее не уйдете. Почему эта благость любят люди слушать? Потому что в них самих она вот, ее нет тотальной, то есть она вот это переборами, волнами. Тут я люблю, тут не люблю. А что мне сделать, чтобы у меня вот это вот состояние, оно все-таки пришло к какой-то единой любви? Что же мне сделать? Чувствовать свое тело, не убивать его. Тело, когда может вытянуть какую-то вибрацию, вот оно дает тебе любовь.
Когда она уже все такое, фу, я не могу, все, ты обратно уходишь. Обратно уходишь из своего состояния благости. Идешь в раздражение, не понимая даже, откуда у тебя это раздражение. А раздражение лишь потому, что ты не можешь выдержать. Ты вот этот вот тремор внутренний, ты даже не понимаешь, ты не можешь его выдержать, и тебя начинает колбасить от того, что ты не понимаешь, что с тобой происходит. Это злость. Вот эти вот состояния, которые ты можешь злиться просто на то, что погода испортила тебе планы. Потом себя ловишь, так, о, нет, я благостный такой. Погода, у природы нет плохой погоды, и я вот это, значит, мне дано для того, чтобы быть еще лучше. Но это вы сюда, туда себя все время искусственно тычете. У вас нет этого понимания, что эта погода — это я. Кто мне сделал эту погоду? Никто. Я часть этой погоды. Я часть этого океана. Я часть этого солнца. Это не к тому, что там... как начинают говорить там, ой, вот этот мне не сделал что-то, вот этот мне не сделал, там туда не пошел, туда не пошел. Ты сам не можешь себе признаться в том, что все есть ты. Этот лучик солнца — это есть ты. Это есть ты, понимаешь? Ты даже не можешь, у тебя нет осознания, что вот все, что... Все, что ты чувствуешь, что ты ощущаешь, что ты видишь, что ты слышишь, что ты принимаешь в себя, это ты в разных проявлениях себя. Это не кто-то не додал, это не кто-то сказал, что, ой, ты знаешь, ты так далеко, у меня на тебя мало времени, у меня на тебя нет времени, у меня на тебя еще что-то. В смысле мало времени? Ты акцентируешься на времени другого. Ты акцентируешься на внимании другого, ты акцентируешься на том, что другой не может себе позволить к тебе приехать, потому что ты далеко, что другой не может к тебе, с тобой пообщаться, потому что у него нет времени. Ты почему делаешь акцент туда? Ты всегда будешь в разочаровании. Солнце, которое находится там тысячи или там миллионы там, километров до нашей планеты, оно каждый день, вне зависимости, насколько оно далеко, насколько оно прячется за облаками, оно каждый божий день сушит твои трусы на веревке, независимо от того, насколько оно там, оно не занято для тебя, оно есть ты. А ты вдруг решил собраться через кого-то другого, через временной фактор, который тот тебе озвучил. Это вообще не про это. Найди себя. И тогда все в твоем мире ты будешь контролировать не то слово, не контролировать, а все вот это тебе не захочется, наоборот, контролировать, потому что как ты можешь контролировать себя? Как ты можешь контролировать то, что уже идеально? Как ты это можешь контролировать? Идеал не контролируется. В каждом моменте будет какой-то идеальный момент. Этот идеальный момент будет разливаться, как свечку, знаете, когда топится. И вот сначала раз, вроде бы горячо, думаешь, как это вот так вот не бывает, это вот вроде не то. Раз, горячо, потом так приятно. А когда снимается этот вот воск? Какая гладкость наступает? Когда ты понимаешь, что вот это вот все, это есть ты. И когда ты это начинаешь прощупывать, думаешь, боже мой, какая нежность. Какая нежность я во всем проявлении. Меня, как обычно, куда-то унесло. Так, слышно, слышно. Но благодарю, понимаю, о чем вы говорите. Вот, Виктор, здорово. Стать свободным от еды. Еда – это ограничитель и программатор. Пока вы так думаете, так оно и будет. Обязательно приеду. Но сейчас нахожусь в стране, из которой трудно к вам добраться. Ребят, все будет замечательно, не переживайте. Реально смотреть... тебя прошлого происходит и рождается новый. Так, Галиночка, привет. Здравствуйте. Благодарствую. Мы тоже сейчас ограничены передвижением. Время такое, пока встречаемся по интернету, что тоже хорошо, но нас нет в социальных сетях. Так решили.
Светлана, поддержи, есть ли возможность читать WhatsApp у вас? Чат WhatsApp. Нет чата WhatsApp, а есть чат в Telegram. Телеграма разве нет у вас? Скажите. Если Telegram есть, то у нас все контакты под видео наших телеграм-каналов. Там и просветление канал, и школа автономии, и Лаврова Светлана, это по психологии. Поэтому... Так. У меня здесь... Мне почему-то... Не знаю, ребят, у меня почему-то отключается... На одном телефоне все время срывается Wi-Fi. А я не понимаю, почему. Я вроде все настройки сделала, просто перестал срываться. Если кто-то знает, напишите. Вот, поэтому я не понимаю, идет эфир или нет. Вот, но я думаю, что он, может быть, как-нибудь в записи потом будет. Ну, на вопросы я не знаю, как отвечать тогда. А, нет, все, возобновился. Теперь хорошо. Все, отлично. Теперь вижу, ага, что запустилось. Очевидно, вас блокируют. Ну, есть такое, да. Нестандартная тема питания с 94 года. Так, эфир сейчас идет. Да, но, ребят, не могу ничего сказать. Но вплоть до того, что сегодня переделывали карты. Карты не заблокировали, как они называются-то? Ну, типа хакеры вскрыли их карты. Вот. Все идет. Вот, поэтому там у нас будет новая карточка. Вот. Ну да, как могут. Видимо, откуда-то я не знаю, почему. У никого нет. У меня вот все время там то в эфир не пускают, то интернет блокируется у нас. Уже даже вызывали специалистов по интернету. Они посмотрели, говорят, все нормально, понять ничего не можем. Вот в определенное время блокируют. Может быть, время поменяем, не знаю. Вот такие вот моменты есть сейчас. Зачем контролировать, если можно создавать? Эльза, что вы можете создавать? Додося. Вот смотрите, когда вы говорите, что мы что-то создаем, это же тоже вот миф. Это миф, вот я не знаю, тех людей, которые там не будешь спать, и твои желания будут исполняться. Не будешь срать, и будешь все контролировать. Блин, ребят, так это не про это. Вы что хотите контролировать? Какая важность? Как можно контролировать то, что уже создано, уже есть, вне зависимости от вас? Вот то, что вы есть. Мир есть. То, что вас не будет в этом мире, мир точно так же будет существовать. Вы подойдите к морю, ведь море очень хорошо вскрывает. Море, какой-нибудь водоем, океан. Сядьте и попробуйте сконтролировать волну. Хотя мне некоторые говорили, я контролировал, я облака разводил и руками, и ногами, и там всем на свете. Это немножко не про это. Это про то, как раз, когда ты сидишь и ты понимаешь, море, солнце, ветер, неважно, оно просто есть. Пришел ты у него молить о помощи, оно просто есть. Пришел ты ему поплакаться, оно просто есть. Пришел ты на него сердишься, оно просто есть. Пришел ты, делаешь что-то еще, там какие-то заклинания, наклинания, еще что-то на это море. Оно просто есть. Есть ты или нет тебя? Оно просто есть. Оно просто есть и все. Ни хорошо, ни плохо. Оно не реагирует как-то на тебя так или так. Оно просто есть.
И этот мир просто есть. Что вы хотите в нем создать? Кто вам внедрил иллюзию создания? Если вы хотите что-то создать, это может говорить только о том, что ваш мир дефицитарен. Это может говорить только о том, что в вашем мире чего-то не хватает, ровно того, что вы хотите создать. Насколько вы дефицитарны? Мы создали и уснули тут же, и в автоматическом режиме живем дальше. Потом снова нас наблюдатель будет, создатель будет, и потом снова сон, режим автомат. Природа — это тоже автомат. Но если вы находитесь сейчас вот в таком понимании, то значит, это тоже зачем-то нужно, зачем-то вам нужно, зачем-то нам нужно. Такое тоже может быть. Так, сейчас тут много вопросов еще. Пищевая индустрия создана. Так, они такие создают, еда. Нас генетики. Божки. Нас генетики башки создали с пищеварительной системой, скармливают народ. Ребят, пищеварительная система немножечко не то, о чем мы привыкли, наверное, думать. Это не про пищеварительную систему, когда мы перевариваем еду. Это про определенный завод, который есть у нас в ЖКТ. Я на марафонах это расскажу. На марафоне это расскажу. Рассказываю я это еще, конечно же, на ретритах. Поэтому тут немножечко про другое. Это опять увод от себя, запутывание, чтобы мы начали ковыряться там, где все лежит на поверхности. Чтобы мы не приходили к себе, не начинали познавать себя. Ведь по большому счету, нам что нужно, чтобы познавать себя? Это через делание. Делание, 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 действие, действие, действие. Все время через действие идти к процессу познания себя. Через процесс действия мы начинаем ощущать. Через процесс ощущения, который идет через действие, мы открываемся чувствованию. Когда мы открываемся чувствованию, через чувствование мы понимаем, кто я, где я, что мне комфортно. И все вот эти вот моменты, они просто вскрываются, они просто выворачиваются. А чаще всего что делается? А это откуда? И ты начинаешь не познавать себя, а включать мозговые процессы, ковыряясь там, где тебе ничего не даст про познание себя, про чувственность себя, про ощущение себя, кто ты есть, что тебе комфортно, как ты можешь воспринимать какую-либо информацию, вибрацию, световое или цветовое свечение, как ты его можешь увидеть. Это же все время тебя просто раз и отбросило. А сейчас я эту информацию проверю. Проверю, чтобы что. Неважно, проверишь ты ее, будет она тебе, для тебя она будет верна, либо неверна. Ты все равно ушел от себя. И чтобы тебе вернуться к себе, тебе нужно убрать эту всю информацию. А ты, проверив одну информацию, ты такой: о, что с нами начинает? О, я такой вот, или такая, неважно. Молодец, вот я вот это вот узнал, я вот это, и у тебя такая галочка такая: о, все, пойду дальше познавать. И дальше ты идешь в познание того, что не приводит к тебе. Ты идешь в познание, что не дает тебе состояние чувствования. Состояние чувствования себя через делание. Ты же тогда, получается, делание у тебя переносится с тела, которое тебе дано здесь для того, чтобы ты начал вот эти вот ощущения прочувствовать через себя, вот эти вот ощущения, чтобы начал прочувствовать. Оно тебя уводит через голову от тела. И у тебя получается деятельность вся направлена только вот сюда вот.
А здесь все атрофируется. Что ты познаешь, куда ты выйдешь к себе? Через голову к себе зайти невозможно. Через голову можно просто уйти. Просто уйти, свернуть, блин, и заблудиться вообще, уйти во все тяжкие. Ты никогда не придешь к своему телу, никогда. Всегда была элегантного телосложения, легкость от этого, с рождения малоед, поскольку природа родила, родители держали пост и родилась на берегу реки Убань. С вами родители, здорово. Так, здесь какие-то между собой уже. А, Валерий Павлович, я уже ответила вам на этот вопрос и отвечаю на него постоянно. Не... Вы задайте себе вопрос, что такое автономия, да? Потому что автономия, праноедение, неедение. Эти все моменты, они, во-первых, разные. Но если вы говорите про автономию, чтобы не есть и не пить, то тогда вы тогда задайте себе вопрос, чтобы что? Вы знаете, как из той серии, что я пойду куплю молоток и гвозди. Тебе говорят, а зачем тебе молоток и гвозди? Такой, ну, мне нужно молоток и гвозди. Ты говоришь, ну, так ты подумай, зачем тебе молоток и гвозди? Ты хочешь что-то построить, ты хочешь прибыть картину, ты хочешь, не знаю, там, сделать забор. Тебе говорят, мне нужен молоток и гвозди. Тебе опять говорят, ну ты молоток и гвозди, если купишь, у тебя ничего не изменится вокруг тебя. То есть намекают, что дом не построится, забор не сделается, картина не повиснет. Ты определись, для чего тебе, в зависимости от того, для чего тебе нужен, что тебе нужно, это будет зависеть от этого, какого размера гвозди тебе нужны, какого что тебе нужно, чтобы ты понимал, куда тебе идти, как тебе это сделать, что тебе нужно, для чего тебе нужно. А человек опять, а мне нужен молоток и гвозди. И вы также с этой автономией. И вам говорит, что вот это, вы говорите, а как выйти на автономию? Никак. Никак на нее не выйти. Зачем она вам, если вы не понимаете, чего вы хотите? А если вы чего-то хотите, просто идите туда. Она с вами либо случится, либо не случится, когда вы поймете, что вашему телу это либо комфортно в этом состоянии, либо некомфортно. Вот и все. Не через голову, еще раз, через ощущения, через чувствование, через другое. Чтобы не рыть себе могилу. Не ройте себе могилу. Это не про это. Я хочу выжить в этой тотальной цифровизации. А тут, ребят, вообще тоже не про это. Смотрите, когда вы находите себя, когда вы понимаете, кто я есть, когда у вас есть видение, вы же здесь, получается, для вас уже здесь нет ничего нового. Вы как будто смотрите этот фильм уже не первый раз. И для вас не имеет значения, быть в этом теле или нет. То есть не имеет значения, умрете вы или нет. Вы можете существовать, вы можете жить, вы можете наслаждаться. Да все что угодно. Любой термин примените, его очень сложно перевести на этот язык. Вы можете быть вне этого тела. И там другие процессы, они более интересные. Здесь ограничитель, здесь ограничение. И вы здесь пытаетесь закрепиться, не понимая, что там.
что в другой плотности. Поэтому, когда у вас это приходит, то вы уже тогда это не делаете, вы уже просто начинаете свое тело здесь познавать через другие процессы. Не для того, чтобы оно здесь осталось вечным. Это уже не становится вопросом вашей жизни. Это уже будет просто фактом. Ну, нужно вам здесь еще что-то, что-то познать или нет, только лишь и всего. И тогда вы начинаете свое тело познавать. Познавать через какие-то моменты, через делание чего-то. Через удовольствие делания чего-то. Ну что, ребят, нас поймали на вкусе. Вкус не дает, вкус в голове. Нас не поймали на вкусе, нам внедрили вкус в голову. Я про это тоже рассказываю на встречах и на ретритах. И вот у вас идет тогда понимание, что такое. Вам тогда уже не хочется вот этого через язык что-то получить, потому что у вас уже нет этой модели поведения, что вы можете через вкусовой рецептор, который находится во рту, получить какое-то наслаждение. Вы четко будете понимать, откуда это наслаждение, что оно делает с вашим телом, и я уже об этом не раз говорила, как оно вообще начинает. То есть там очень несложный процесс, на самом деле он вообще весь на поверхности лежит. Я сейчас в двух словах просто вам скажу, чтобы у вас было понимание. Это я потом расскажу на марафонах, все это расскажу ребятам. Это когда вы едите определенную еду, вкусовой рецептор заложен в голове, я это все подробно расскажу. Сейчас это я просто вот в двух словах. После этого, когда у вас идет восприятие, что вы положили в рот такой-то продукт, из этого продукта определенные, так называем, капилляры, сосочки, они либо сужаются, либо раскрываются. За счет этого меняется плотность вашей внутренней жидкости. Внутренняя ваша жидкость — это и слюна, и кровь. Это практически одна и та же жидкость с дополнительными компонентами. После этого, как она становится другой плотности, другой вязкости, другого цвета и другого света, после этого она определенным моментом за счет этого изменения она действует на нейросети, которая посылает вам сигнал, что вы это любите либо не любите. Это в двух словах. Когда вы это все понимаете, когда я все это вам рассказываю, тогда вы понимаете, что вы не можете любить еду. Это не про это. Это вообще про другие осознания, которые вы четко понимаете, что с вами происходит. Это уже тогда невозможно любить. Это вы тогда уже можете думать, что я еще вот это вот съем, например, но вы уже четко будете понимать, что вы будете есть для того, чтобы у вас была такая-то реакция тела на определенное воздействие внутренней жидкости. Понимаете? Это вообще про другое. Это же я вам все опять говорю про что? Про чувствование тела, которое пришло через ощущение, а ощущение пришло через делание, не касаемо головы. Голову тогда вы тогда через вот это все, через познание тела, вы тогда уже понимаете, что происходит в голове, и вы уже тогда не ведетесь, а в наблюдении и в дружбе со своей головой, чтобы вытащить многие процессы из своего мира. Зачем нам другая плотность, если мы в эту пришли? Ну, это, знаете, то же самое, что прийти в первый класс и говорить, а зачем нам второй и третий класс, если мы пришли в первый? Благодарю за эфир, благодарю.
Вот у Татьяны есть состояние чувствования, что ее куда-то перетягивают. Что она не может контролировать, видимо, что-то свое, кто тянет. Ну что, ребят, буду заканчивать. Еще раз. Депривация сна скоро стартует. Мы сейчас, я запишу ролик, не успеваю просто все сделать. Что примерно через неделю, чтобы всех оповестить, все, у нас первый марафон стартует. Ребята, держите руку на пульсе, когда он будет. Мы завтра уже определим число, когда он будет стартовать. Вот, и время. Это первый момент. Кто живет неподалеку от Сочи, в Сочи? Если кто-то хочет попрактиковать, пообщаться, поболтать, то 10-го мы, это буквально на один день, утром уехали, вечером приехали, мы едем на дольмены. Всю информацию точно так же пишите в личку, либо пишите Галине, кто уже знает, она всю информацию даст. Москва, Московская область, буду на пранослете, числа чуть попозже объявят, как там ребята договорятся уже по числам, когда мы там будем. Ой, спасибо огромное за смайлики. И там же будет, кто не хочет на пранослет, а хочет именно буквально вот на несколько часов тоже вот в поболтушке, то тоже в Москве это будет, тоже объявим, завтра уже, скорее всего, объявим, где это будет, по какому адресу и куда обращаться, чтобы зарегистрироваться, чтобы понимать, сколько там будет человек. Ну и ретриты, марафоны. И опять же напомню, что как только в клубе у нас будет 1000 человек, то мы стартанем, я сделаю такой мощнецкий марафон для ребят, которые будут в клубе, на 21 день, на переход на другое, на более облегченное питание. Неважно, на каком вы питании, там будет просто 21 день, мы будем изо дня в день прям четко, вы же все хотите инструкцию. Четкая инструкция, что мы делаем сегодня, обязательно, вы не выбьетесь из графика, то есть это обязательно, я буду объяснять, для чего это, как это, когда у вас будет понимание, для чего это, для чего нужно дыхнуть 3 раза, а не 23, вы это будете делать, когда вы будете понимать, что такое происходит с вашим организмом. Вот, ну, когда меня спрашивают, а когда же они наберутся, ну, когда наберутся, они могут через день набраться, могут через 10 лет, в любом случае, в клубе очень много эфиров, мы проводим эфиры, всякие бонусы там все равно ребятам делаю. Завтра будет у нас в клубе эфир. Вот, в любом случае вы ничего там не потеряете, вы только приобретете, опять же, какие-то вот заковырочки себя вскроете. Вот. Вроде бы все сказала. Хорошо, про лайки напомню. Да, лайки, ребят, да, лайки тоже мне все время про них забываю, если кому не трудно, если кому резонирует, тоже вот там на эфирах, когда уже на ютубе там выложены эфиры, тоже ставьте вот эти вот лайки, потому что чем больше ребят посмотрит, тем больше, может быть, кто-то возьмет что-то для себя. Даже если у кого-то вызывает негатив, вызываю я негатив, и такое тоже бывает очень часто, это же тоже проявление себя, и оно очень клевое. Поэтому всех обняла, всем спасибо за вопросы, сегодня их было достаточно много. Мне правда очень приятно, что вы со мной, значит, я понимаю, что я что-то все-таки, наверное, делаю хоть чуть-чуть полезного. Вот, все, всем спасибо. Всех обняла. Присоединяйтесь.